Всем привет! Выкладываю обещанное видео по обзору программки от стороннего разработчика WordPlayer. Вот сейчас запускаем. Она у нас уже установлена была ранее. В предыдущем видео я вам показывал, как это делается, как установить программы от стороннего разработчика. В этом видео мы рассмотрим эту популярную программку, что можно с помощью ее смотреть. Вы видите, у нас вот рабочая область, и здесь собрано множество ресурсов, на которых вы сможете смотреть видео, развлекательные программы, онлайн-ТВ, все бесплатно. Перейти по адресу. Понятно. Ну, я редко когда пользуюсь этой функцией. Глобальный поиск. Посмотрим. Ну, 2015 года в разрешении я вот смотрю Full HD. Вот. Нажимаем синенькую клавишу «Ввод». Давайте вот сюда мы зайдем. Первый ресурс. Омерзительная восьмерка. Запускается наш фильм. Сейчас давайте перемотаем. Все очень быстро происходит. Качество хорошее. Full HD неплохо показывает. Вот у нас работает таким образом глобальный поиск. Вы можете найти все, что вам интересно. Настройки, значит, понятно. Топ поисков Кинопоиск. Вот топ поиска этой недели. Как вы видите, тут по категориям. Киноха X.ru, тоже ресурс, видите, все самые новые фильмы уже выложены. FS, вот, тоже по категориям, мультфильмы, фильмы, сериалы, клипы, концерты, вот, все материалы по жанрам. Ну, в общем, чем мне нравится этот ресурс, очень хорошо все структурировано. Понравится, я думаю, всем для домашнего использования. Очень даже неплохо. Вот эти все ресурсы, они в принципе похожи друг на друга. У них может быть там отличаться контент, вот, качеством. Допустим, вот на одном ресурсе могут быть фильмы в лучшем качестве, на другом в худшем качестве. Вот, это уже, если вы там сильно хотите какой-то посмотреть новенький фильм, я думаю, вы потратите время, найдете, где в лучшем качестве это все дело выложили. Вот. GameStream, Twitch, очень популярный канал. Вот интересно, давайте зайдем куда-то. Вот Dota 2, давайте, популярный. Очень даже неплохо, я считаю.
YouTube понятно, Рутюб тоже понятно. То же самое, все структурировано. BigMirNet, 3D-шные, значит, ресурсы, IPTV. Плюс пароль, как вы видите, 4 нуля, вы попадаете. Вот здесь два ресурса такие есть, кому интересно, тот заходит, смотрит. Киномакс, мои сериалы. ВКонтакте. Ну и вот еще есть Fork Store AppMarket. У них вот такая фишечка есть. Заходите сюда. И если, допустим, у них происходит обновление программы, вы можете, в принципе, из этого ресурса вот, сразу же и обновиться. Или установить дополнительные какие-то программы. Но я думаю, что вот этого, то, что есть уже собрано в этом Fork Player, этого очень даже достаточно. Я вам скажу так, было бы у вас время это все пересмотреть. Все, в принципе, мы сделали такой коротенький обзор функционала Fork Player. Эта версия у меня 2.5 с поддержкой, значит, аэромыши. Вот, как вы видите, все работает. Есть версии программы, в которых не поддерживается данная функция. Как по мне, очень неудобно. Вот на этом телевизоре я советую устанавливать Fork Player версии 2.5 с поддержкой аэромыши. Модель телевизора, напомню, Samsung H6400. Кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал.